План на сегодня – добить недобитков, которые еще сидят в Углегорске. Вот такой план. Под выпал. В боевом порядке, да? Если ленту что-то делать. Давай, голова. Правда, в том порядке такой был. Давай, голова, ботаника под вторым номером, Леха. Дальше вторая, выпал на. Голова, так, вот на девятке. На девятке нас нет. Все. Так, радисты ко мне, постоянно со мной находят. Thank you.
красава. Да, заебись. Все, уже дома не видно вообще из-за дыма, бля. Там уже не видно ничего, там все в дыму. Его разъебурили. Там уже дым, там функционер выходит. Я не боюсь, я Да, да, наемники? Да, и америкосы, и поляки. Ну, 12-7, один снайпер, как вчера, пацаны башку разнесли, ебать. 2 километров стреляли, пидорасы. По верхним этажам лупит, придурок. Ай-яй-яй! Вон аж полетели. Смотри, аж с этого полетело, с подъезда, видите? Там еще такая поражающая, ты че вообще, ужас. Ниже надо, ниже. А там за этим зданием ведь наши, по-моему. Ну перелетает туда. Во-во-во. Пошел. Хорошо. Идем? Или покой? Спасибо.
Не, пятерка не наша. Пятерка. Ну там один сидел, короче, чел, блядь. Доехал до середины, съебал обратно в ужасе. Идет? Идет? Да? У вас есть связь с танками?
Бегут как раз, может, побыстрее немного двигаться. Чуть-чуть помедленнее, помедленнее. 5 км, 5 км. 5 км, говорю, блядь. Ну вот, что там 5 км мотал и там ебани, блядь, разведосом, блядь. Нервуй, говорю, блядь. Прямо на дорогу. Быстро, именно быстро. Вы заходи, пацаны, во второй подъезд, наверное, пойдем. Да. 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 Вперед, Лео. Сказать одно. Мы подразделение задачу выполнили. Подразделения, которые здесь воевали вместе с нами, такие как Спарта, такие как 1-й батальон 3-й бригады и прочие подразделения, задачу выполнили. Город Углегорск на 100% наш. Все, поехали.